Привет всем, с вами Лига Мьюзик Варс. А сегодня у нас просмотр, ребята, и установка нового браузера. По последнему опросу на стриме я понял, что игра тормозит у 80% игроков. Ну, прежде чем мы начнем, ребята, все это устанавливать, давайте порадуемся хотя бы за меня. Мне разблокировали мою страничку, ребята. Это первое. Второе. Участвуйте, пожалуйста, в конкурсе «Халява от админов». Вдруг у кого-то плохая безопасность или нет антивирусника. Это ваш шанс получить платный антивирусник, ребята, на халяву. Все, что нужно, в инфо в описании, на канале, на ютубе. Вот видос есть вот здесь. Ну а сейчас давайте, ребята, к основной теме. В общем, в свое время я наткнулся на определенные видео в интернете по поводу ускорения флеш-плеера. Однако это не дало хорошего результата в связи с тем, что новый флеш-плеер, который обновлялся в браузере, имел такую вещь, как, невосприимчивость к внешним факторам. Это произошло с определенной его версией. И поэтому нам нужен был браузер, который содержал в себе флеш-плеер со старыми настройками и не возмущался по поводу своей работы. Таким браузером, ребята, стал Chameleon. Если вы видите, вот здесь наверху браузер, ссылочку я оставлю, конечно, в описании. То есть вы заходите, ребята, последняя стабильная версия 75.1, она от 2015 года. Все многие говорят: ребят, ну не будет же работать, будет же косячный флеш-плеер и так далее, это же плугинги неправильные. Нет, ребята, прекрасно работает. Сейчас мы давайте его и начнем ставить. Вообще, я раньше пользовался Firefox, и вообще до сих пор пользуюсь Firefox. Я знаю, что игра, ребята, неплохо себя показывает на Google Chrome. Это как бы так, ну, имею в виду, с небольшого, но все равно есть небольшие глюки. Chameleon, ребята, основан на браузере Firefox, но только старой версии. Так, дальше я выборочную. Так, ставлю я сюда, на диске C. Так, на рабочем столе. Давайте я его ставлю, чтобы быстро мне запустить. Использовать браузер по умолчанию, убирать. Хранить профили в каталоге не надо. Тут зависит все от администратора. Это лишнее. Браузер ставится легко, быстро. И сразу же мы его запускаем. Вот такая вот у нас ситуация. В общем, браузер... Так, я немножко уменьшу его. В общем, выглядит это вот так. Он очень своеобразный, конечно, такой. Но, ребят, пусть вам не пугает вот эта вот такая топорность. Это и есть его фишка, так скажем. За счет как раз вот этой вот топорности и открывается, и работает браузер. У многих будет при открытии страницы, ребята, выдавать, что у вас неправильные сертификаты, еще что-то и так далее. Ребята, там будет внизу ссылочки или галочки о том, что добавить сайт, прямо добавить в, ну, в исключение, и все, после чего у вас начинается само веселье, то есть все работает. Не забываем, что если у вас хорошая видеокарта и хорошие, соответственно, параметры компьютера, вы можете, ребят, на флеш-плеере выставить ускорение аппаратное. Аппаратное ускорение прекрасно поддерживается новыми флеш-плеерами и хорошо работает. Chameleon, так как он старый, ребята, он поддерживает аппаратное ускорение, но на старом уровне, на старых видеокартах, которые вот у меня есть. У меня стоит 650-я Titan, поэтому для меня это самый лучший выход. Ну, простите, ребята, интернет, как я всегда говорил, что у меня не сильно быстрый, но после загрузки все прекрасно работает. Без всяких этих, без всяких глюков. И даже я вам сейчас покажу. Сейчас покажу, ребята. Я нажимаю в бой, и бой загружается. Помните мои глюки, которые я постоянно испытываю? Это вечные косяки вот с этим, с этой обработкой. Все, ребят, с ними покончено, можно сказать. Все косяки именно заканчиваются после установки этого браузера. Но я его еще протестировал, ребята, в свое время на дрожи земли. Когда, вот знаете, что подвисает, просто колом подвисает. Ребят, он прекрасно себя зарекомендовал.
И плюс, ребята, в параметрах, вот если вы нажмете, у меня не стоит аппаратное ускорение. То есть я вывожу вот это все, что вы видите, чисто за счет процессора. Мне не надо сюда напрягать видеокарту. И как раз из-за этого у вас и будет все работать. То есть, ну, здесь вот видите, у меня наверху, то есть вот показываю, смотрите, у меня открыты кукисы, то есть которые сохраняются, у меня открыт здесь получается JavaScript, видите. Запрет у меня стоит только на Java, то есть это определенные скрипты, которые загружаются с страницей iframe. Кто не знает, это страница основная для работы этого браузера. И у меня, соответственно, здесь у меня флеш работает и рисуночки. Все. Причем, сейчас еще покажу. Так. Камелеон, насколько я помню, он еще и в памяти, ребята, вообще нифига не вешает. Так. Сейчас я его найду, где он. Вот, камелеон. Вот такой вот он браузер, ребята, 500 мегабайт. В общем, он вешает. Процессор, конечно, отъедает, но у меня это за чисто того, что у меня стоит не аппаратка. Ну, одна страница на 500. Вот, взять мой Firefox, ребята, смотрите, он отъедает 2 с лишним гигабайта там. Типа вот такого. Ну, это очень, конечно, колоссально. Ну, Firefox еще сильно разжирается. Ну, ребят, если будут какие-то вопросы, мой ВКонтакте теперь разблокирован. То есть, пожалуйста, все ссылки, то есть в моих группах. Ну, если кто-то меня найти не может, как обычно у меня бывает. Как тебе постучаться, ребята? Я в группах в моих, вот здесь вот являюсь администратором. Я здесь один. Если кому-то что-то надо написать, можете писать там. Либо пишите в комментариях под видео. То есть, здесь видео появится. Ну, а так, ребят, качайте. Пользуетесь, прекрасно, имею в виду, я на него уже перешел, то есть начал его использовать где-то, наверное, ну, месяца два я сижу на нем, но, к сожалению, так как у меня не был разблокирован докторишка, то есть я ждал именно этого момента. Еще есть один интересный секретик именно по этому браузеру, именно по нему. Но его, к сожалению, не могу я здесь озвучить, потому что тут небольшая проблема с совместимостью ваших компьютеров и именно с операционными системами. Но иногда и даже он помогает, то есть этот способ. Ну а так, ребят, качаем, ссылочки внизу в описании, все будут на сам браузер. Ставьте, пожалуйста, радуйтесь нормальной игре. Ну, всем счастливо! Лайки обязательно. Обязательно, хотя бы, ну вот здесь-то можно, ну один-то раз поставить. Ты же постоянно смотришь, ну один раз поставь. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не встаем.